В ноябрьске прошел второй открытый съезд молодежных советов Ямала. Участие в нем приняли более 100 молодых активных людей со всех муниципалитетов региона. В течение 3 дней они подводили итоги года, планировали будущее и обсуждали злободневные темы. Подробности нам расскажет начальник управления по делам семьи и молодежи Игорь Шевелев. Сегодня он у нас в студии. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Я, наверное, знаете, начну с чего? Съезд молодежных советов в ноябрьске, съезд молодежных советов Ямала в ноябрьске проходит второй год подряд. Вот почему Ноябрьск, собственно, выбран? Причина только в транспортной развязке удобной? Ну, транспортная логистика – это немаловажный фактор в организации любых мероприятий, тем более окружного значения. Хотя съезд молодежных советов, открытый съезд – это площадка выбрана прежде всего потому, что, наверное, мы были инициаторами проведения данного мероприятия. С молодежью, с молодежным советом собрались, с головой обсудили, почему нам не замахнуться и не провести вот именно такой съезд, где объединяться другие муниципальные образования. Вообще задумка была собраться только молодежными советами нашего города, потому что при градообразующих предприятиях работают молодежные советы, при других учреждениях наш молодежный совет при главе администрации города. Вот так думали, соберемся, поговорим, во-первых, о перспективах развития именно нашего муниципального образования. Подумали, что а почему не расширить границы и не пригласить другие на муниципальное образование? Нас поддержал департамент по молодежной политике и туризму Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель губернатора Татьяна Викторовна Бучкова. И мы вот в прошлом году реализовали первый съезд. По итогам первого съезда всем участникам было предложено, будем ли проводить дальше, будем ли организовывать такую площадку в дальнейшем. И все сказали, что нужно это делать, нужно собираться, границы расширять. И уже вот в этом году состоялся второй съезд, съезд молодежных советов под громким таким названием «Молодежь Ямала. Общение без границ». Я думаю, что формат удался, причем мы расширили границы. Он статус даже, наверное, получил международного, потому что к нам коллеги приехали из Дюссельдорфа, из Германии, наши партнеры из общественной организации. Это Сергей Руин, руководитель общественной организации, Ангелика Рош-Реш, правильно будет сказано, где в рамках программы поделилась работой молодежного парламента Федеративной Республики Германия, город Дюссельдорф. Вот в таком формате вот мы в этом году провели данное мероприятие. Причем в прошлом году было порядка 8 муниципальных образований. Из Тюмени гости были у нас, также представляли они работу Тюменского молодежного совета. В этом году 12 муниципальных образований со всех территорий. К сожалению, Ямальский район не принял только по одной причине, потому что вертолет не вылетел из-за нелетной погоды. А так бы все 13 муниципальных образований приняли участие в замечательном мероприятии, так как второй съезд. Ну и, вы знаете, отрадно, что в этом году не только география и количество участников возросло. Более 170 делегатов прибыло в город Ноябрьск и со 2 по 4 активно работали в программе съезда. Где все эти люди разместились, такое количество? Ну, вы знаете, площадку мы долго, о площадке проведения данного мероприятия долго думали в подготовительном этапе. И опыт есть, потому что в проведении подобных мероприятий, таких как форум, который мы ежегодно проводим, «Территория Севера», да, вы знаете, наш межмуниципальный форум, он уже апробирована площадка, это Центр духовно-нравственного воспитания. Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить директора Ткаченко Александра Владимировича, который любезно предоставил, ну и оказывал всестороннюю помощь в проведении данного мероприятия. Вот мы с погружением в течение 3 дней в насыщенной программе работали все вместе, скажем так, закатав рукава. И ту программу, которую наметили, я думаю, что мы ее 100% реализовали. Ну и обратную связь получаю от самих делегатов, что сказали, что в принципе тот формат, та программа, которая была сформирована в течение 3 дней, она, сами понимаете, суббота, воскресенье, понедельник, активно была реализована на базе именно и Центра духовно-нравственного воспитания, в том числе, конечно, задействованы другие площадки, о которых, я думаю, позже скажу в рамках нашей с вами встречи. Вообще это очень удобно, мне кажется, когда все приехавшие делегации проживают и находятся в одном месте. Это же неформальное общение зачастую дает гораздо больше, чем встреча на одном семинаре. Ну, вы знаете, наверное, то самое название есть, когда с погружением. Да? Есть программное мероприятие, есть еще такое понятие, как неформальное общение. Вот в прошлом году этого не хватило, в этом году мы 100% это реализовали. То есть неформальное общение никто не отменял, и в этом случае, я думаю, что была уникальная возможность вместе пообщаться просто-напросто на такой замечательной территории, как Центр духовно-нравственного воспитания. Такое огромное количество участников, плюс и иностранные гости.
Это единственное отличие от прошлого съезда? Или в этом году была какая-то другая изюминка, о которой можно рассказать? Ну, вы знаете, в прошлом году формат проведения был, во-первых, это однодневный, во-вторых, это было пленарное заседание, это диалоговая площадка, и потом, скажем так, досуговая часть. Если напомнить прошлый год, это непосредственно проведение товарищеского матча в нашем замечательном комплексе «Авангард», да, где встречалась ханты-мансийская команда и наша ямальская сборная, где мы победили, это здорово. Вот, что немаловажно, и в прошлом году участники съезда участвовали, принимали участие в рамках экскурсии такого мощного, хорошего учреждения здравоохранения, это перинатальный центр, тоже очень позитивные отзывы мы получили именно вот об участии, именно вот посещение перинатального центра, потому что всем кажется, что, ну, по-русски скажу, роддома, знаете, как-то еще таких 90-х, 2000-х годов, совершенно современное здание с современным оснащением, оборудованием, современными палатами. И вот на самом деле мы дали, наверное, такую не только что рекламу, а призываем, чтобы Ямал... Поднимать рождаемость. Да, демография Ямала, только, как говорится... Имея такое медицинское учреждение, грех не пользоваться им. Потому что, в принципе, соседние города и Губкинск, и Муравленко, и тот же Пуровский район, да, есть возможность, скажем так, молодым мамочкам сюда приехать. А давайте мы вот о таких крупных мероприятиях прошедшего в этом году съезда поговорим. Что это было? Молодежным активом спеццентра, да, волонтерская группа, было инициировано проведение акции «Молодежь против ВИЧ». И в этом смысле мы в рамках программы включили проведение итогов именно акции. И также был проведен семинар-совещание на тему профилактики ВИЧ. То есть вот одно из направлений тоже в этом году мы совместно с данным учреждением поработали. Я думаю, что тоже успешно было реализовано. Программа, она была завершающим этапом. И в этом случае мы, конечно, из-за этого и включили, в принципе, на посещение данного учреждения. Тоже очень позитивные отзывы от самих делегатов. Но самое главное, конечно, поразило немецких наших коллег. Они просто были удивлены не только, наверное, оборудованием, да, и самим комплексом, а насколько грамотно выставлена работа именно в профилактических мероприятиях. Вот их это вот прямо зацепило. Я смотрю, что где-то записывали. И Сергей вот не первый раз приезжает к нам в город, но он поразился, почему раньше меня просто не провозили, не показывали вот это учреждение здравоохранения. То есть вот очень так эффектно для них тоже повлияло. Ну и, конечно же, для самих ребят, участников съезда, тоже было удивительно, потому что, казалось, профилактика, СПИД, видишь, ну кто-то внимание на этом не обращает, хотя это большой комплекс работы, большого, колоссально персонального, грамотного учреждения. Когда слышишь слово «семинар», ну как-то оно, если честно, зачастую отпугивает, потому что кажется, что это такой формализм. Но в этом году вот приятно удивило то, как проходил семинар этот на базе спеццентра. Встреча, ну, личная встреча с человеком, это же прямо вообще отдельный разговор, который может поделиться своим опытом. Где нашли, собственно, девушку? Откуда привезли? Диалоговая площадка под названием «Открытые лица» совместно с нашим центром доверия и с спеццентром. Спасибо здесь огромное спеццентру, опять же, Людмила Юрьевна, то, что она пригласила Полину, которая, девушка, которая уже... Это спеццентр искали. Совместно, да. Более 17 лет она является носителем ВИЧ. Да, ну, просто настолько открытый человек, насколько такой, знаете, живой, я в хорошем смысле слова, то есть позитивный, где после диалоговой площадки просто еще сами делегаты подходили, просто хотели пообщаться, как говорится, пощупать, потрогать и в глаза посмотреть. Ну вот впечатление очень эмоциональное, я сейчас говорю, даже мне, честно говоря, знаете, мурашки идут по коже. Просто на федеральном уровне-то давно подобные встречи проводятся, а для Ноябрьска это стало прям впервые. В этом году впервые, что однажды это было сделано в рамках молодежных съезда молодежных советов. Почему? Потому что, в принципе, как я и сказал, все представители были муниципальных образований. Это, знаете, такой проводник, который, приедя в свои города, районы, как проводник расскажет, что бояться этого нельзя. Самое главное, профилактика, и это очень важно. Причем даже... И есть серьезные предложения в рамках подведения итогов и вынесения резолюции, что по профилактике нужно работать все вместе и объединяться, и только объединяться. Вот даже в резолюцию мы включаем такие тезисы для реализации в 2018 году и в дальнейшем. Так, давайте перед тем, как перейти к резолюции, хотелось бы у вас узнать. У нас за эти 3 дня, по-моему, проходил съезд.
Прошло 10 или чуть больше различных мероприятий. На ваш взгляд, самые яркие из них это какие стали? Мне кажется, знаете, они разноформатные все. Мы старались площадки просто вот за какой-то там 5-10 минут, пока есть перерыв, поменять, потом и транслировать другую программу проведения именно съезда. Ну, одно из ключевых, на мой взгляд, я считаю, мероприятий, это, конечно, открытый чемпионат да, интеллектуальных игр под направлением «Что, где, когда», «Битва интеллекта», на Кубок главы администрации. Как никогда впервые у нас участвовало в этом мероприятии порядка 49 команд. Это большое количество, более 270 участников, только участников, плюс порядка 150 зрителей пришло. Ну, значит, так, ну, скажем так, зенит был полный. Да? Почему, наверное, прежде всего, потому что именитый магистр игры «Что, где, когда» Александр Друзь, он сам вел, сам готовил вопросы, сам их и задавал, вот, что немаловажно. Ну и, конечно же, территория откликнулась, помимо того, что именно и участникам съезда была уникальная возможность стать участником этой игры. Ну и команды сами знатоков, которые приехали из города Новый Уренгой, 4 команды, Красилькубский район, город Муравленко, вот, то есть такая вот география, именно Тазовский район, Красилькубский район, то есть представили команды на интеллектуальной игре. Вот, ну, колоссальный, конечно, интерес вызвало еще раз и жителей города данного мероприятия, ну и, конечно, уровень подготовки наших команд, как сказал Друзь, он очень хорош. Может, он лукавил. Знаете, мне кажется, я так скажу, он у нас был, если мне не изменит память, 4 года назад приезжал, мы его приглашали, проводили игру в «Современнике» в этом году. Спасибо огромное Плису, также Александру Владимировичу, то, что он предоставил площадку и помог также реализовать данный проект. Я думаю, если первый раз бы не понравился, второй раз бы не приехал. И возвращаясь домой, спросили его, в третий раз приедете? Он сказал, приглашайте, приеду. Значит, наверное, прежде всего, не только, наверное, гостеприимство ноябрьское, но еще и с нашими знатоками Ямала очень приятно работать, приятно задавать вопросы, и самое главное, приятно получать ответы грамотные и персональные. Ну, приедет в следующий раз, мне кажется, по тому спросу и желанию людей участвовать в подобных мероприятиях, площадку придется искать новую, не вместит уже «Зенит» такое количество желающих. Елена, мы отказывали уже, я вам честно скажу, отказывали другим командам, потому что мы сами видели, что уже просто «Зенит» не помещал установить столы, так как, качественно провести саму игру, нужно еще и соблюдать технические требования, понимаете. Ну, хотя, знаете, честно скажу, рассчитывали на 40 команд. Вот искренне говорю, рассчитывали на 40. Все сделали для того, чтобы принять 49 команд. Так, ну, я думаю, что удалась у нас игра, и все участники игры отметили, что уровень высок проведения в организации и трансляции самой игры. А если перейти к резолюции, собственно, когда съезд молодежных советов завершился? Завершился он подписанием резолюции. Что в нее входит? Знаете, вообще, когда мы формировали программу и думали над концепцией проведения, мы хотели выработать одно общее дело для всех молодежных советов и в дальнейшем его трансляцию на все муниципалитеты. В процессе самого съезда и вообще проектной деятельности ребята перезагрузились, и при подготовке резолюции столько проектов было предложено, которые сейчас, как говорится, кладутся на бумагу, все предложения, и в дальнейшем будут направлены, во-первых, на согласование, для того, чтобы еще раз посмотреть. Абсолютно ничего ли мы не забыли, ну, что немаловажно, да, потому что все хорошо, ребята сами презентовали те направления, которые необходимы в 2018 году и в дальнейшем реализовать всем молодежным советам, обязательно надо направить во все муниципальные образования, во все предприятия и организации города, для того, чтобы еще раз внимательно посмотреть, еще раз говорю, ничего ли мы не забыли, и в дальнейшем уже утвердить ее, как говорится, после согласования всех муниципальных образований, и принять, и направить уже для реализации. Их очень много предложений, на самом деле, говорю, что вот просто их перечислять даже не хочется, но вот немаловажно, один из предложений было, к примеру, это создание группы и уже общение, как в социальных сетях, это очень популярно, да, не только собираться в съезды, да, и говорить, и нарабатывать какие-то моменты в дальнейшей совместной деятельности. Ну, вот одно из предложений было, это организация наставничества для молодежных советов. Ну, вот
достаточное количество, я имею в виду, еще раз говорю, предложений было, и по профилактике ВИЧ было предложение комплекса именно тем, которые необходимо будет в дальнейшем транслировать, ну а нам, как органам, которые непосредственно занимаются молодежной политикой, именно не только город Ноябрьск, а другие муниципальные образования, департаменты молодежной политики, очень отрадно, что в течение трех дней с нами была Тимир Газина, или Рената сама была вот просто-напросто на всех площадках в рамках съезда, и огромное спасибо также, что она поддержала инициативу, и уже второй год с нами, как и в прошлом году, и через департамент молодежной политики мы также вот трансляцию именно реализации съезда будем осуществлять. Вот вообще интересно, казалось бы, в современном мире можно же общаться в сети, есть куча, огромное количество технических приспособлений для того, чтобы не встречаться вместе в одном, на одной площадке, в одной точке. При этом, мне кажется, недооценивать личное общение – это невозможно. Все, что ты пишешь в сети, все, что ты размещаешь, разговаривая по скайпу, ты же не встречаешь тех эмоций, которые в результате ты видишь, сидя за одним столом, вот этим большим съездом. Вы приглашали, приезжали вот коллеги из Дюссельдорфа, а из Тюмени, вы говорили, были в прошлом году, в этом году не приехали. У нас, ну, во-первых, тюменцев мы не приглашали в этом году, да, что, потому что в прошлом году получили, во-первых, и опыт тот работы, который у них есть, как работает именно молодежь совет при главе города Тюмени, при губернаторе, это, то есть, в принципе, эту практику мы уже получили и для себя понимаем, да. Но вот живое общение никто не отменял, вы говорите, почему, да, вот можно по соцсетях общаться, зачем вот проводить такие встречи, проводить такие съезды. Когда не видишь глаза человека, когда не видишь эмоции человека, когда личного контакта нет, мне кажется, ну может быть, и, ты знаете, делового такого контакта не получится. Потому что социальные сети — это все замечательно в дальнейшем, а вот только личное общение, живое общение, как говорится, да, это очень важно. И буквально Сергей Аруин, вы говорите, Дюссельдорф, он сел, прилетев из Ноябрьска в Тюмень, пишет: я в Берлине, вылетаем на Дюссельдорф. Еще раз огромное спасибо за приглашение. Ничуть не пожалели, ни Ангелика, ни я. Вот совершенно другая трансляция была, общение даже и с Германией, с этой общественной организацией. Да, потому что, ну, вот очень важно принимать положительно, самое грамотно, самое важное — опыт. И тут же, конечно, хочется поблагодарить и Департамент международных отношений нашего правительства, тоже поддержали. То есть, вы знаете, вот, казалось бы, три дня, ну так все просто, на самом деле это рутинная подготовительная работа, огромная работа, начиная с задумки с прошлого года, мы думали, как дальше работать, как реализовать, что сделать, что нового сделать, да, в этом году я считаю, что, на мой взгляд, команда сработала, команда управления, команда руководителей муниципального бюджетного учреждения, поддержка главы, и поддержка курирующей сферу, социальную сферу Надежды Николаевны Гудковой, огромное спасибо тоже, потому что мы работали в единой команде, и вот результат, я думаю, что налицо. Самое главное, в дальнейшем сейчас грамотно, четко реализовать резолюцию, которая будет утверждена. Мы просто со стороны телевизионщиков освещали же все ваши мероприятия. И когда не знаешь нюансов подготовки и как это все складывалось, а мы их не знаем и знать не должны наверняка, все это выглядело вот как будто действительно. Это вот вы так сели, подумали, решили: сегодня созываем, и оно сложилось. При такой, на мой взгляд, хорошей организации подобных мероприятий, не хотите ли выдвинуться шире? Не окружным уже стать съездом молодежных советов, а областным? Может быть, и расширить формат, потому что у нас очень тесное партнерское отношение с Курганской областью. Может быть, замахнуться на Уральский федеральный округ, а там уже посмотреть. Ну, опять мысли вслух и идеи вслух. Мы, как минимум, будем каждое мероприятие освещать. Надо подумать. Хорошее предложение. Спасибо вам большое. И удачи еще впереди в подписании, собственно, итогового варианта резолюции. Спасибо огромное. До свидания. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40.